Владимирский борец Артур Сарксян завоевал золото на первенстве мира. Соревнования для спортсменов до 23 лет проходили в сербском Белграде. В финале в категории до 97 килограммов наш борец-классик встретился со спортсменом из Белоруссии Павлом Глинчуком. Артур одержал безоговорочную победу со счетом 9-0. Иногда счет. Видно только счет, а на самом деле борьба тяжелая пошла. И все встречи до финала. И финал тоже очень тяжелый был. То, что до 23 лет, да, это считать, что и как чемпионат мира. То есть все те же ребята, то есть один возраст, по уровню ничуть не уступает. То есть это такие же ребята сильные. То есть я туда ехал с настроем победить. Я знал, что легких схваток не будет. Вот, и слава богу, что все у нас хорошо получилось. В турнире борцов греко-римского стиля Россия стала первой в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали 9 медалей, среди которых 4 золота. Артур Сарксян – студент Владимирского госуниверситета, мастер спорта России международного класса. В его копилке уже немало наград. Напомним, месяц назад борец стал бронзовым призером на чемпионате мира среди взрослых в Осло. Тогда спортсмены и его личный тренер рассказали, что активно готовится к первенству мира. Очень приятно, что наши владимирские спортсмены являются на данный момент ориентиром для молодежи, ориентиром для подрастающих юных спортсменов. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Артур в будущем доказал, что он является одним из основных спортсменов сборной команды страны. Впереди у нас еще первенство мира до 24 лет, через месяц. Я желаю ему удачи, побольше уверенности в себе и, конечно же, хорошей борьбы. В результате Артуру Сарксяну удалось выполнить пожелания тренеров и порадовать болельщиков. Впереди у спортсмена новые вершины. Он уже и сам созрел, как лидер, психологически готов идти дальше. Как говорится, бороться через 3 года за участие на Олимпиаде. Сейчас у нас такой переходной момент, хорошую физическую подготовку, базовые будем тренировки проводить. И в феврале месяце чемпионат страны и начало года. Это главный старт. Мы думаем, что наш основной соперник будет бороться. Олимпийский чемпион Муса Евлоев. Вот, так что это, ну, надеемся, что чемпионат страны пройдет во Владимире, Владимирской области, в Суздале.